если вам кто-нибудь когда-нибудь расскажет, что типа там при советской власти, а я учился с 82 по 87 год, стипендия позволяла достойно жить, скажите ему, что это чушь. Или, может, даже грубее. Целью государства не может быть выплата стипендии, на которую студент может, ну, более-менее безбедно жить. У государства нет таких возможностей, это первое. И второе, если говорить откровенно, таких стипендий нет ни в одной стране мира. Потому что это же не форма материальной поддержки, а просто, ну, такая вот, как бы, помощь для решения каких-то частных задач. Я не знаю, вы работаете где-нибудь? Да. Да. Ну вот и я работал. Правда, тогда возможности заработка были гораздо скромнее. Сейчас многие студенты могут работать у себя на факультете, в университете, где-то там в бизнесе можно что-то найти. Тогда вообще ничего не было. Я вот работал дворником в кинотеатре.